Ой, ты видишь, что ли? Говори, блядь, на всю страну. Материшься. Чего? Здравствуйте, дорогие друзья. Тебе дырка-то хоть куда я говорю? Какая дырка? Вот. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем нашу передачу об уничтожении санкционных продуктов. Сегодня мы решили, мы нашли сегодня в очень странном заведении, которое называется какие-то колбасы. Рублевские. Какие? Очень чем даже понятно. Сейчас придет туда. Ном-ном. Лекция буквально двухминутная о том, как уничтожать санкционные продукты. Я не удивляюсь, что их пытаются уничтожать. Вонища-то какая! Естественно, пытаются уничтожать люди, которые совершенно в этом ничего не понимают. Которые считают, что санкционные продукты это нечто неприятное. На самом деле, предложение уничтожать санкционные продукты буквально следующим образом. Космическая авария. Беда. Можно ее санкционным продуктом залепить. Ой, санкционный. Ничего не слипнется. Политику партии исполняем не просто так, а с чаем. Что-то свежестью не пахнет. Свежесть у тебя будет в кошельке через 2 месяца. Следующую серию мы снимем, как только обнаружим в одном из крупных магазинов очередной вкусненький санкционный продукт. Туши свет.